Номер 140. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 29 апреля 2016 года. Ну, тут я еще объяснял и буду еще объяснять последние слова императора. Смотрите, начнем. И в контактах, и в других ресурсах, где ставят там в Одноклассниках, я не бываю. Модераторы все переносят сюда, а потом с нашего форума обратно. Это большие упущения у нас. Но пока по-другому никак. Потому что я говорю людям, заходите сами на форум. Ставьте свои вопросы. То ли форум не знает, или что. Ну и вот дальше прочитайте, что. И дальше объявление. Краткое содержание роликов нужно. Краткое. Прочитай то, что здесь написано. Вот. И вот на нашем сайте, это не форум, а сайт «Во свете Библии», как называется, материалы. И вот Златоуста начал один человек уже выставлять. Видимо, приемлемо будет для этих вот 7 позиций. Слава Иисусу Христу! Сестра старшая звонит, проверяет нас. Ну, идут занятия. Вот. Занятия. Заранее запишитесь, тут выйдите на Пупкова Сергея. Ну и дальше уже будет видно, как. Валентина Гладышева. Это она мои стихи, я посылаю там разные отношения к стихам. Я их стихами-то не называю, называю проповеди стихах. Значимые стихи восхищают содержанием и эмоциями. Сильные, щедрые, яркие воспринимаются замечательно. Тема актуальна и достаточно достоверная. Мне понравилось, к рифме и слогу претензии отсутствуют. Все едины стихи, соответствуют поэтическим параметрам. Спасибо, заслуженно, отлично. Ну, такое вот отношение. Я написал это стихотворение, вот на что они ответили. Меня спросили, что бы я хотел у Господа повыспросить, в чем не согласен. Бог у меня в гостях, на табурет присел, и у меня вопросов нет, все стало ясно. И все, о чем мечталось и ждалось, нечаялось, чтобы сбылось, воплотилось. Но посетил, как мытаря, Христос, и все вопросы испепелила милость. Все разрешилось, как бы само собой, отпущенное время истекло. Душа свободно пела, не была рабой. Все рабство души ушло по капле. Не высказать, что сделалось внутри. Не в теле, нет, не в сердце. Много глубже. Когда Иисус со мной заговорил, слова его вошли сначала в уши. И в жилах. Нет, не те слова несу, а много глубже и прочнее 100 крат. Как будто бы уже свершился суд, и мой Господь со мной, Он лучший брат. И разделения не было между нами, настолько близко-близко, как одно. Вошел привычными библейскими словами, которые люблю, уча давным-давно. Меня спросили, было то во сне? Не наяву же, а по сонной мерке. Но стало именно тогда ясней. Христос тот свет, и перед ним все меркнет. Мне кажется, мы так и не расстались. Он рядом, наклонившийся со мной. Своим дыханием Библию листает, прохладу создает при искушении зноем. Господь, нам хорошо и на прогулке, не покидай в тягостном труде. Напоминание милости в колечке круглом и в полукруге радуги. Молись и не робей. 20 декабря 2006 года. По 9 куплетов у меня написано за 9 лет было... Примерно за 9 лет 3467 таких стихотворений. Они у меня на сайте стоят. 4 тома по 800 страниц приготовленные. Ну, издать не на что. Там 2 с лишним миллиона требуется на 1000 экземпляров. Юрий Соберов, меня спросили, что бы я хотел. На мой взгляд, одно из самых лучших ваших стихов, проникновенных и глубоких. Есть ощущение, что потрогать можно строки. Спасибо, Христос. Благодарю за назидание, Игнатий Тихонович. 15 мая я обещаю, говорю ему, в поселке Потеряевка у нас отмечается день деревни. Даже вот тут эту ошибочку сумел сделать и не видал ее. 25 лет живем и благодарим Бога. Будут гости. Александр Марьясов. Доброго дня вам, Игнатий Тихонович. Хотя нынче и Страстная Пятница,
Сегодня, наверное, у каждого православного человека в душе день тишины и переживания. А за этим вновь рассуждение о Боге, что насколько важна была личная встреча со Христом для каждого из нас, ветхих людей. И насколько встреча с Господом меняет человека. Ведь вера во Христа – это единственное верное решение нашего земного бытия. И как бы многим хотелось таких отношений с Ним, как в этих ваших стихах. Обнимаю вас крепко и люблю, как духовного отца и наставника. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, я знаю об этом событии. Я видел календари, которые батюшка Иоаким раздавал. Ну, это было, вот они, какие календари, видно не будет. Я один тут, снимать-то некому. Вот, 25 лет рождения, возрождение Потеряевки, 91-2016 год. Ну, тут, видимо, плохо видно. Я стою с Яшей в храме, он держит большое, на аналое лежит. Новая Библия целиком. Специально заказ был сделан. Ну, это крещение идет, как раз крестится Володя Пащенко. Там на пирсе стоит отец Иоанн Суворов из Тулы, батюшка в воде. Ну и дети с Новым Заветом стоят. Каждому дам Новый Завет, трехтомник. Вот нужно было сфотографироваться. Тут большие развернутые фотографии. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126.1. Ну и здесь календарь. На той стороне 2016, а здесь уже 2017. Ну это батюшка заказал, сделал. Он там кружки заказал с надписью. Вот так как могли, так и показали. Я раздавал братьям Барнауле. Я думаю, наши операторы в полной красе представят настоящий праздник одной из настоящих православных деревень нашей большой России. Спаси и сохрани, Господи, жителей и всех тех, да, чья нога ступает на благодатную землю маленькой, но сильной духом и вером деревню Потеряевки. Он был здесь, отец, это Александр Сергеевич Марьясов. В прошлом году был начальник нашей миссии. Она ехала по северу, к Баренцеву морю ушла. Это первое путешествие, в котором я не был. По некоторым причинам. Мне нужно было оставаться там с детским лагерем. Ну и все было уже внутри страны, это можно было сделать. У нас был за водителя Николай Павлович Кручина, но он не смог. Тут ребенок родился у него. И вот так. И из Краснодарского края вот приехал человек. Познакомились с Марьясовым. Здесь мы в интернете лично встречались, когда мимо проезжали на Благовестие, пошли мы до Португалии. И он там разных подарков вынес, и там ключи подарил, и даже горошек и ягоды. Юрий Соболев. Сегодня добрался до просмотра роликов событий, вчерашний и сегодняшний выпуск. Никогда не было особых претензий к Никите. Но все же вы, как чтец, Игнатий Тихонович, высший класс. Тут пусть заобвиняют меня в захваливании. Но я бы хотел таким чтецом, видимо, быть. Не всякий профессиональный актер так умеет. Тут чувствование текста должно быть, тембр, как, пример, Смоктуновский Яковлев. Это у вас, без сомнения, талант, и талант врожденный. Вы считаете именно так, как я и пишу вам. Даже паузы делаете так, как если бы я сам произносил написанное собой. Ну вот, людям не нравится, что кто-то там сказал похвальное слово-то. Ну а ругательных-то у меня больше бывает иногда. А иногда сейчас вот совсем почти не стало. Где-то неделя, то ли Великий пост повлиял. Даже самые такие... Ну, не желающие даже, чтобы я жил на земле, прям видно, готовые убить, как митрополит сказал. И они где-то там замолкли. Видимо, Господь все-таки воззрел, услышал наши молитвы. Считать. Еще бы не считать. Я насчитал около 50 книг, они на нашем сайте. 50 томов. Это из Златоуст 12 томов, Житие 12 книг, Добротолюбие 5, Библия полная 77 книг. Это все в интернете разнесено. И на нашем сайте стоит. Ну, я старался как мог. И вот некоторые говорят, он архипелаг ГУЛАГ насчитал. Это так, слушается хорошо. Отговорит настоящий зэк. А другой, он ударение делает неправильно, его расстрелять мало за это, он испортил.
Но все равно я прослушал за это благодарение. Так и не мог просчитать, говорит. А в дороге скачал и прослушал. Ну, видите, на всех никак не угодишь. Да и какой я чтец-то? Я никак таким себя не... Хотя я профессиональный чтец в храме, рукоположенный чтец. Чтобы мы иметь возможность говорить проповеди в храме во время литургии и при епископах. Вот интересно нашел подтверждение своей мысли интернета. Интересное. Интересное. Два раза надо убрать будет одну. Вот так. Своей мысли. Да что своей? Прямо повеление Господа у Ричарда Вурмбранда. Когда он вышел из долгого и страшного заключения, жена спросила, что он планирует делать дальше. Он сказал, что желает уединиться и быть отшельником. Представьте, это говорит не православный. У меня было это самым большим желанием, когда я вернулся. Отдельно запрусь, возьму там два ведра, буханку хлеба, чтобы нигде не было слышно голосов, побыть одному. Вот у католиков я слышал, у них... Каждый год, вроде бы на неделю, что ли, каждый священник обязан приехать и где-то в монастыре в одиночной келье побыть. Это здорово было. Мне это не удалось. Не удалось. Но иногда я среди дня-то удаляюсь, уезжаю, помолиться, в лесу бываю, где. Но именно вот это желание. У меня желание это было где-то, я помню, с 5 лет удалиться. Что значит избрание? Как вы определяете? По молитве. Что ребенок ищет уединенные молитвы. Но добавил, что на свете столько мучимых за имя Христова, и еще больше, и не знают о Спасителе, что он не может позволить себе эту роскошь. Вот я точно так же ответил. Никак не получилось. Идти, свидетельствовать, проповедовать, возвещать, спасать погибаемых Словом Божьим. Разве не это ли образец христианства? У меня все точно так и получилось. С Ричардом Вурмбрандом, это из Румынии, сколько он сидел, известный очень такой. Мы с ним переписывались. Я маленько знаю его. Татьяна. Спасибо, очень поучительное стихотворение. Игнатий Тихонович, слушал ролик, где вы говорили, что нельзя носить серьги. А вот почему? Так и не нашла ответ. У пророка Исаия 2 глава. И скажите, вы верите в благодатный огонь, возгорающийся в гробе Господнем? Второй вопрос. Первый, значит, вот не то опять нажал. Видите, как плохо одной рукой тут действовать. Запятую хотел поставить. Не верю. Не верю и все. Я не верю, что мощи Серафима обрели. Я не верю в это. Считаю, что это подделка и все это обман. Фикция. Или вот на фавор сходят там. Там все это от Бога, тоже в это не верю. Если ответите на мои вопросы в ролике, то, пожалуйста, напишите, под каким он номером. Я не успеваю просматривать их все. Игнатий Тихонович, я начала посещать церковь. Первый раз держу пост. Но батюшку-наставника я еще не нашла. Не знаю, есть ли в Белгороде хорошие батюшки. С наступающим праздником Пасхи. Ну, есть или нет, я не могу ответить. Я там не был. Знаю, там убийца был один в Белгород. Если правильно я понял, одно время он там расстрелял. Ну, совершенно безумный человек. Кто навстречу шел, тех и стрелял. Вот, теперь о серьгах сказали. Ну, это, видите, как я один тут. Мне не просто так. Сейчас я открою. Книга «Царств». Вот смотрите, как я его ищу. Вот, Даниил. Вы знаете, кто этот поисковик так составил хорошо? Вьетнамец Тимофей Ха в МГУ учился. Не православный. А им пользуется сколько? Он тогда уже говорил, 75 тысяч да друг от друга. Я думаю, намного больше. Вот. Вторая глава. Исаия, вторая глава. Вот. Для себя. Так. Вот видите, сказал вторая, а не вторая. Хорошо, что открыл тогда. Вот она, третья глава, третья рядом. У Господь вступает в суд. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступает величавый поступ, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теме дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. Ну, подол поднимут, трусов тогда они не носили, этого не было,
Ветер поднял подол, и все видно, как у курицы хвост. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелье, и опахало, увязло, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, вот еще что было, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие пальчи и повязки покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, а вместо завитых волос – плешь. И вместо широкой пальчи – узкое вретище. И вместо красоты – клеймо. Ну, это все где-то рядом тут уже. Я думаю, что на русскую землю оно вплотную подошло. Не надо этого. Красота твоя, как говорит Иоанн Златоуст, если Бог не дал, на полтинник ее не купишь, на полобола. А вот это подкрашивание разное, а еще более, говорит, странным делает твою некрасоту. У нашей девушки, вот девчата, у них нет никаких там и таких украшений, ожерелья, но их сразу заметно. Как они даже, только одеяние одно. Благочестивое христианское одеяние. Ну вот, я показал на этот вопрос, вам ответил. Хорошим так. И когда я насчитывал, то мне тогда говорили, вы так быстро книги, эти пленки выпускаете, мы не успеваем даже смотреть. А так, слушать тогда было аудио. Одна катушка, 8 часов 20 минут, 375 метров. Катушки были магнитные. Вот. 62 катушки, это 12 томов Златоуста. 40 катушек, 8 часов 20 минут, умножайте. Это «Жития святых» полное, с добавкой еще из второй, третьей книги, настольной книги священнослужителя, 174 жития, которые у Дмитрия Росовского отсутствует. И Библия. Библия – это 11. Как помнится так, 11 было, сколько оно ходило. Архипелаг ГУЛАГ, кажется, 9. Ну и так дальше. Я знаю, потому что насчитывал, поэтому сколько это. Вот Библия, допустим, 89 часов. Библию не могут просчитать. 89 часов. Ну, по полчаса даже в день. Даже разделите по четверти. И то уже в течение года свободно она просчитывается. Ну, 15 минут в день. Ну, как это можно не считать? Ну, и всех с наступающим праздником. Ответ вам в этом видеоролике. Номер 140. Вот сейчас он идет. И вопросы, и события дня. Задавайте вопросы. 29-го за все. Вот. Павел Поваляев, священник, где-то Ельце, а стихотворение пишет. Тепло и сердечно. Андрей какой-то, смотрите. Has shared a video playlist with you on YouTube. Вот, пожалуйста, где плейлист. Святитель Иоанн Златоуст. По-русски заряжайте. 347, 407, том 2. Том 1 выпустил он. Вот зафиксируйте себе по-русски. Святитель Иоанн Златоуст. Том 1. И там, вы видите, начитанное мной, и оно по главам, и все. А сегодня у меня получилась интересная такая переписка. Ну, я выставляю все, потому что считаю, что все это полезно. У меня крестник еврей, Наум Израилевич, отец Наум из Тбилиси. Ну, и показал, как у них построили купель. А купель там мелко, чуть не по колено. Ну, я это послал кое-кому показать. Сергею Козлову парализованный иконописец так. А отец Наум-то тут говорит, что вот вы нас там перемалываете там в своей мясорубке-то. Вот так. А я тогда Сергею отвечаю. Вот так. Этот ответ чего-то стоит. С утра пораньше развеселили это сегодня. Значит, слово по святому Григорию Ниссскому все же иногда принимает плоть. Значит, и далее это, даже просто ваше намерение выставить это в ролике, будет иметь свое оживотворяющее действие. Обязательно делайте то, что задумали. Этот эпизод будет действен, живой. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча Боюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, состава у мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. А большой храм, большая купель, да с какими еще, как в виде креста, и кресты не прямые стенки у крета, поперечинок, а именно вот как-то с такими разводами. Этого нельзя делать. Крест должен быть ровный, каким он был. Вот. А отец Наум, вот это, мне говорит этот Сергей, только что скинул. Отец,
ты всех нас через свою мясорубку прокручиваешь. Так, я ему тут же ответил. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Потому что заходит женщина, ну чуть не по колено идет, он ее давит священник, у нее спина голая и руки, ну то есть покружение должно быть до единой волосинки, под воду полностью надо, под воду, трижды. И потом прямо вертикально, не на спину опрокидывать, как сектанты делают. На спину опрокидывать — это положение во гроб, это не в смерть Христову. Правильное крещение – это завершающий третий этап рождения свыше. Вот. А я тогда пишу. А вот тут ты, брат, да. А Сергей мне говорит, я ему дал уже слово, что не буду ставить. Он берет это в свой ролик вставлять. А я говорю, а вот тут ты, брат, Сергей, значит, зря подсуетился. Снова напиши ему, что это полезно, и ты обязательно вставишь этот эпизод. Обязательно. И чтобы он это учел и благословил. Нужно упросить его вот вам. Чтобы вы дезавуировали свою подпись под шестым вселенским. Ну, я это слова говорю под Андрея Крицкого. Он подписал анафему собору шестому вселенскому, а потом вышел из-под этого и говорит, я ошибся. Теперь я уже прошу, обязательно, отец Наум, мне тут же отвечает, начало хорошего дела назвал зуботерзалкой, а глубокая купель уже строится. Итак, я пишу, так что напиши ему, что это все всем на большую пользу. Я очень того хочу. И он тут же ответил Сергею Козлову, благословил его и прислал этот ролик. А то он у меня только на сайте был. Видите как? Небольшая утренняя переписка, и сколько она принесла добра. О, Владимир Пащенко. Да, ну что он тут может написать тут? Откроется? Нет. Натя Тихонович. Ну, написал все, так мы и делаем. Я говорю, когда черенок ветлы посажен, закопан или забит, то желательно заранее разведенное в сосуде жидкой глиной места срезов сучков замазать и сверху замазать. Это просто ложкой наложить часть и придавить. Замазывать чем-то не обязательно, заматывать. Все же сие предохранит от быстрого высыхания и обезвоживания черенка. То есть у нас три дамбы поднимали выше. И нужно теперь черенки эти ветлы поставить, чтобы приросли они. Корнями ухватили. Одна глина, ни булыжников, ничем не закреплен. А глина-то от воды размокает, и вся плотина в кисель превратится. А когда ее корнями-то схватит, тогда она нормально будет стоять. Вот Володя уже ответил. И вчера Никита ответил. Вот я опять теперь возвращаюсь сюда. Это мне надобно. Вернуться и показать наш лист, страницу в моем мире. Вот она как выглядит. 18 916 проповедей. Это уже на нашем здесь 3132 видеоролика, хотя они не все здесь. Есть другая у меня страница, там я с голубем. Я там не работаю, это модераторы там копию делают. А одно вот здесь вот. Ну и дальше у нас есть православный форум Игнатия Лапкина. Вот он, большой форум. 1590 разных тем. Большие-большие темы. Вот сюда все заходите. Пишите здесь, регистрируйтесь. Регистрация очень простая. Ну что у меня тут? Тут переписка идет. Вот один называется Александр Русский, не знаю, фамилия или что, говорят, и фото не свое. Вот я это очень не люблю. Должно быть, как на паспорте, свое фото, и чтобы глаза были видны. Я как-то один раз 300 или 400 человек из друзей убрал. Потом еще 700, больше 1000. Кто-то говорит, что все сектанты ушли. Нет, они меняют. Вот, я никогда не меняю. Поставил фото свое, одно стоит. И вот они меняют. Я гляжу, там то машина стоит какая-то, то икона. Я их сразу выкидываю. Зачем это? Обман. Это не твое. Симон, вы болящий. И еще попугай, у которого нет аргументов. У вас только бред и паранойя сектантская. Вот я вот так угостил он его. Ну и тут ролик посмотреть, что-то он значит. Это он ему отвечает. Вот сообщение. Сегодня администрация форума ответила. Я сам тоже считаю впервые. Сообщение и рассуждение, не относящиеся к вопросам и ответам, а также сообщение людей, публикующих чаще раза в неделю, в данной теме
будем переносить в другую тему, для того, чтобы Игнатию было проще отвечать. Надеемся на понимание. В созданной теме можете дальше публиковать. Игнатий все новые темы просматривает на наличие сообщений. Так что ваше сообщение будет и там замечено, даже если нет ответа. Понимайте, что все видео пересмотреть ему невозможно. Тем более написано, ролик-то, не ролик, а это графа называется «Вопросы, которые задают мне». Они между собой сцепились тут и много-много выставляют. Вот такие вот идут. Тут разные они, опять же, ответ. А кто это отвечает? А это Симон отвечает. После общения с одержимым псевдоправославным христианином слезы текут. Видите, какие слова друг другу. Еще перекинули мне. Иван Жар, еще один сын владыки Лонгина. Жар. Ну, это на Украине такой удивительный батюшка. Там у него фильм был поставлен «Форпост 1» и «Форпост 2». Вот, 450 или больше детей у него, монастырь. И оттуда сделали запрос, на них ювенальная юстиция наехала. А я 45-й год нынче, если благословит Бог, начальник лагеря, создатель его. Я не наш лагерь, но в основном-то на меня нападки были, претерпел очень большие гонения. Очень большие. Представьте, тут ГТРК, там была и прокуратура против, и судебные органы, и санэпидемстанция. И чего только не было там. И краевая администрация, и районная. Это все они объединились. КПРФ, еврейская какая-то, ВНЗР. Вообще к делу не относятся. Профессура какая-то. И все Бог разгромил. Все. Осенью я подал в суд, 3 процесса было. И полностью все выиграл. Заплатили за это, подрыв деловой репутации, оскорбления, там, за все. Так что можно бороться. Я иногда спрашиваю, нападал на меня какой-то там Саварбек Алмазов с Караганды. Вчера пришел ответ с прокуратуры. Это дело, оказывается, серьезное. Он-то еще не знает, кто-то бы ему передал. Это дело в суд передается. То есть все данные мне выдали, как я должен поступить. А он голову мою отрезает, где-то блуд творят, он вставляет, ну, безумие полное. Ясно, что я этого не делал, и не было никогда у меня. Как Златоуст говорит, раздень меня и посмотри, способен я ли на это. Он такой довод давал уже. Вот так. Ну и он говорит, Игнатий, спасибо за поддержку. Я с вами согласен. Монахи должны быть монахи. У меня вопрос к вам. Как вы относитесь к встрече патриарха Кирилла и папой? Мне важно ваше мнение. Спасибо, Бог вас. Ну, относительно монахов я написал, чтобы они оставили сколько нужно при монастыре, там старые, там монахи тоже больные бывают, руководители, сестры милосердия, кто работает с детьми, а монахи, их там много, по двое, чтобы разделились, их благословил епископ, и они пошли, кто знает румынский язык, в Румынию, везде благовествовать, ну и говорить про свой лагерь, народ поднимать на истину, за Христа. Которые русские, значит, в Россию переходить, открывать шенгенскую визу там по другим странам. И, конечно, на Украине. Мы Украину вдоль и поперек проехали. И Крым. Ну, около 600 городов посетили за 3 года. Ну, 600 это мы проехали от Дальнего Востока, от находки порта, и живем в Барнауле, до Португалии, прошли Турцию, мусульманские республики, Скандинавию и Прибалтику. Ездили, у меня 38 томов, в бумажном варианте вышло. Я их показать не могу, я один сижу. Это дарили везде. Каждый комплект это 750 евро. Умножьте на 600, что получится. А у меня пенсия сейчас со всеми добавками 6500. Там 112... Да даже меньше 100 долларов в месяц. Вот и живи на это. Вот я отвечаю. Монахи должны идти благовествовать. Отпустите их. Ваша в этом сила. Господь благословит. Так это будет. Ну а вот встреча патриарха Кирилла была с папой. Я уже много раз отвечал. Ну для вас еще раз отвечу. Что мы не знаем, что у них было за закрытыми дверями. А что опубликовали, в этом я не нахожу ничего. К той порче, какая уже есть. Православия-то никакого нет уже. Все окатоличено, особенно на Украине. Оттуда, когда приезжают, настоящие католики. Вот был здесь Антоний Масендич, епископ. И он понавез своих. Бритые. Ну, когда это были православные попы бритые, это ну смешно даже. Для меня он кучер какой-то, может быть, шофер.
Но не, я его не могу, и к такому даже на исповедь не пойду. Он для меня совершенно чужой, как папа. 80 лет скоблится яйцо куриное. Зачем это нужно? Совершенно недопустимое бритье. У нас это не принято ни под каким видом. Ну и второе. Крещение. Ладошкой по голове. Откуда? Вся эта зараза с Украины. Вот вам за это теперь эти майданы идут, там гей-парады откликнулось. Какая ересь не возникнет в мире, она через Украину. На краю стоите. Все еретики, какие вот и есть, и все у них ставка там. И вот Белое Братство было, и там вот эти богородичные центры, чего только нету. Поэтому я считаю, что патриарх Кирилл ничего к тому не добавил. В символе веры там это изменение, а оно вселенским заменено вместо соборного. Не надо менять. Но и это тоже не еретическое. Некоторые сейчас не стали его упоминать. Но это ваше личное дело. От него, говорится, ему ни холодно, ни горячо. Я его упоминаю всегда в своих молитвах. Всегда. Я упоминаю Папу Римского, Франциска и Венедикта, который ушел. Мы поминаем на молитве каждый день правителей российских. Владимир, это Путин, Дмитрий Медведев, дальше. Но дальше не надо говорить Барак Обама, который поминаем его на молитве. Поминаем дальше Рамзана, Петра Порошенко, Петра, Александра Лукашенко, это то, где от меня мне благодарность, от кого за книги пришла личная. И турецкого Эрдогана, и Амана Тулеева, это вот, и всех правителей, чтобы не было на них покушения. Мы молимся абсолютно за всех, с кем встречались, где были, и поминаем их имена. Конечно, это удлиняет молитву, но это какая-то близость. Но они тоже чувствуют это и говорят, вот такое у нас было, вдруг стало так. Почему? Мне пишут. Молимся, я говорю, молимся. И Господь спрашивает, я как-то пошел по уголь здесь зимой. Ну и в темноте уголь нагребаю и перешагнул через загородку из углярки-то. Ну и нога задела, я упал. И стоят ведра в темноте, два ведра почти рядом. И я упал лицом вниз, хлопнулся зимой. Градусов 40 морозов. Прямо между ведрами. Если прямо на ведра упал, на край бы, значит, рассадил бы, все повыбил у себя. Я как упал, еще лежу и думаю, а кто же за меня так молится? Нынче с лестницы упал, не извергся. В снег. У меня голуби наверху, ну и нога скользнулась, и падаю иногда. Сколько раз уже падал, ничего не сломал. Еще лежу, шею пошевелил, попутно объясняю, ничего не сломалось. Слава Богу, кто-то молится. И мы за вас молимся. Лонгин для нас, я ролик поставил, тут рядом, Украина, форпост, зарядите. Украина, форпост, я его покажу ролик. Вот за неполных два дня 450 человек зашло. Для нас, для нашего видеоканала, это хорошее посещение. Притом эти люди не проходящий двор. Просто заглянули, побежали. Вот. Поэтому претензий у меня нет. Мы не в Московской патриархии, относимся к Русской православной зарубежной церкви. Приняли акт о каноническом общении. То есть наши могут теперь причащаться его в патриархии. К нам приезжают епископы, митрополит сейчас неоднократно был. Служба идет вместе, ну, не, которые на нас недовольны. Они уже начали нападать на митрополита. Им надо нас занести в какой-то другой свой реестр погибших. И у вас батюшка теперь недействительный. Ну, безумие городят. Нам от этого ни жарко, тоже ни холодно. И патриарха мы признаем, что он имеет благодать. Не в храме мы его не поминаем. Поминаем только, когда приезжает их архиерей, и они молятся в нашем храме в Потеряевке, и поминают патриарха, а потом Илариона, митрополита, первосвятитель, ну как предстоятеля, или как называют они, Русской православной зарубежной церкви. А они вас вычеркнули из списка. Ну какая разница? Никакой разницы. Видит волка, говорит, наемник убегает, и паства-то не виноватая. Ну это что на нас гонят? Это так называемые миссионерские отделы. Я их называю дыра в преисподнюю. Совершенно неверующих людей туда ставят. Грубые, хамовитые. Ну не, они совершенно не духовные. Духоносные в кавычках отцы, как себя называют. И держатся за это место. Миссионерство могут делать только те, которые облагодатствованы Богом, имеют талант. Миссионер должен иметь тысячи талантов. Там должна быть мягкость, внимательность. Это все дается такому человеку. И тогда обращаются люди. Не на позорище. И просто надо об этом молиться. Я вот отвечаю вам, Иван,
Вот. Вы для меня очень близкие и родные. И Украина родная и близкая. Мы Украину от России никогда не отделяли и не понимаем. У меня у батюшки жена украинка Антоненко. Подряд все. Виктор с нами есть, Савченко, этот Пащенко. Ну, Никита Колесников оттуда приехал, Борисполя. Вот. У нас куда ни посмотришь, везде украинцы, украинки. И это сатана сделал так. Украина пострадала от американцев, промасонинная. Предали сатане там эти руководители ваши. Запустили их, ссорят, воюют. И я против тех всяких отделений Донбассом, Донецком. Категорически против. Этого не надо было делать. Никак. Крым это, он завсегда был русским. Тут другое, это дурость Хрущева, она отмахнула и Данины Петровны своей. И я просто попутно вам говорю, чтобы вы знали, что у вас в России есть друзья. Будут вас там гнать, ну, для верующих, ну, чтобы он не лгал, не пил, не курил, не матерился, не воровал. Двери открыты. И можете своим людям сказать. Мы таких людей примем в наше поселение, но своими силами строится, чтобы было на что построиться. Все верующие. Лучшего места для воспитания детей просто я не знаю. Все учителя верующие. В деревне все православные. Там и батюшка наш отец, и Иоаким. Так что помолитесь за нас, чтобы Господь и на врагов пролил милость, а не утихли. Ну, а вы всегда в наших молитвах. Знаете, снова этот русский отвечает, попугай бесноватый ты, неадекватный. Зачем мои слова повторяете? У вас аргументов нет. У вас тоталитарно зомбированное сознание сектантского дегенерата. Более того, вы социопат с биополярным синдромом. Психиатрические аспекты деструктивных культов. Ну и дальше сколько? Ну вот видите, я не считаю, ну просто показал маленько где-то. Это, во-первых, они не в тему ставят, а во-вторых, это нет возможности мне. Если они начнут совсем по-другому, я щелкну один раз, и все эти их взаимные упреки улетят, их не будет. Но я пока терплю, смотрю, чтобы не было нареканий от властей. Особенно, когда начинают клеймить евреев, переходят границу. Тут вопрос, я закрываю доступ на наш ресурс. Не в евреях дело, а в нас внутри сидит, в нас. Там главный Иуда сидит-то. Ну и дальше что? Ну, а дальше у нас есть видеоканал. Вот он как выглядит. Православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Тут 4000, примерно 300 наших видеороликов. И вот оно где. Считаю, сейчас я покажу. Как. Так, это что? Это вопросы, ответы. Дальше уже здесь. Вот оно, Украина. Не знаю, видно, нет, Украина. Форпост. Епископу Лонгину и братьи на защиту. Вот я покажу. Вот он. Я отвечал им где. Это наш видеоролик. Вот он где. Много. 3000-то. Вот. Но как он с ними был? Не знаю я, в какое время там собирались они. А тут все есть. Тут вот в чем дело. Не обидеться только. Не делом вы занимаетесь, отцы, не делом. Вы это образовали, сделали. Помогайте, чтобы были люди, спонсоры, благодетели, а сами занимайтесь другим. Говори. Говори. Да. Вот, значит, Калиник потеряйте, да? Ну, слушай, что я тебе сказал. Володя, старший, к батюшке сейчас сходите и благословитесь первым делом. Все, а дальше все пойдет как надо. Володя, главный, работать с утра до ночи. Одного человека сегодня пошлите, ну, хотя бы на часок в храм помолиться, чтобы один от нас был там. Одного человека в храм хотя бы на час, каждый день, чтобы от нас был представитель, чтобы мы под проклятый мироз не попали. Как бы ни были заняты, один человек, чтобы был в храме, хотя немного. Но остальное Володя скажет. С Богом! Благодарю! Доехали. Все, уже в Потеряевке. Вот в это время вчера он даже еще не звонил. Оперативно сработали. Все, встретили, привезли. Вот. Вы должны заниматься другими делами, отцы. Ваше дело благовестие. Нигде в Писании нет, чтобы Господь избрал. Вы детей набирали и занимались, сидели там. Пускай занимаются этим те, кому это положено. Сестры милосердия, верующие, которые будут детей содержать. Детей не отдавайте, пусть они вырывают. А поставьте оборону, чтобы был акт насилия. За вас весь мир.
Вот это необходимо, вот я показал, как плакаты особые сделайте, напишите, детей приучите, проведите там тренировки, и ни другого нет, не заходите в монастырь, не заходите, чтобы дети цеплялись друг за друга, не отдавали. Вырвут, утащат, ну волк похитил овцу, такое бывает где-то, не отдавать, пока это не утихнет обстановка. Монастырь этот распустить, вы, конечно... Неправильно поймете меня, скажу, как распустить. Братья должны идти на благовестие. Останутся, может быть, человека два только. Самые престарелые. Смотрите, мой ответ. Без эмоций. Деяние 1.7. Ну, вот. Но Деяние 1.7 тут нельзя уже никак противоречить. Вот, теперь вот, я показываю, это на меня так делается. Дело. Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки. Вот я это сказал. И вот сегодня еще попутно хотел показать, да чуть не забыл. Отец Наум. Отец Наум, где он у меня здесь? Отец Наум, вот он где. И вот у них как, какая была купель, и как они там сделали, я подумал показать, чтобы увидели. Вот сейчас я покажу. Ну, видите, мне трудно, я один тут шевелю, и вам стоят, простите тогда, что так долго я тут накручиваю. Большая переписка, вот она где, смотрите. Не открывается. Это не то, это фотография. Это фотография, видите как. Вот не сразу сообразишь, где. Вот, сейчас посмотрим. Это тоже не то открылось. Это отец Наум свою проповедь прислал мне посмотреть. Где она тут есть? Думал, сейчас только ткну и сразу открою. Не тут-то было. Вот. Вот она, открылась. Снимается видео. Хорошее никогда не поздно. Крестится на бабу уже Лола. 74 года. А? Тепло? Да. Да. Аллилуйя. Да. Да, да. Да. Крещается на бабушке Заира. 74 года. Хорошее никогда не поздно. Но ноги сгибай, ноги сгибай. Сгибай ноги. Ну вот показали, как крестят. Потом о чем мы впереди говорили, как. Такой большой труд проделали и. Рукой держится, рука не погружается. Руки должны быть сложены на груди, как перед причастием. И колени подгибать, и вниз уходит человек. Видите, ну вот такая у нас сегодня была переписка. Ну и еще что сказать. У нас тут есть самый большой материал. Это наш сайт. Православный библейский сайт. Вот сейчас мы как раз озвучим. Вот 4124 ответа мои. Вот. Видите, какой у нас сайт. Новый Завет тут, звук. Зайти тут все найдете тогда. И Богу нашему слава.